однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Представители этого имени решительны и могут с успехом руководить крупными предприятиями и большим количеством людей. Светлый ум, решительность, работоспособность и умение сохранить хладнокровие в любой ситуации облегчает им путь к успеху. Владельцы этого имени в своем продвижении вперед руководствуются строгими нравственными принципами, смело встречают различные превратности судьбы и обладают редким даром обращать видимые поражения в собственную пользу. Положительные качества – тихие, сдержанные и застенчивые, медленно, но уверенно добиваются своей цели. Люди, имеющие букву «З» в имени, чем-то похожи на бензопилу. Из-за острого представления имени, но не стоит думать, что под этим именем скрывается сварливость и вечное недовольство. Люди с этим именем настойчиво и решительно воплощают в жизнь свои цели. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Обладателям этого имени не следует забывать, что в большинстве случаев они лишь игрушки в руках слепого рока. Нужно вовремя остановиться и не наделать фатальных ошибок. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.